Платить за тепло и воду по нормативам станет дороже, чем по счетчикам. Горожан, у которых не установлены приборы учета, в ноябре ждет неприятный сюрприз в платежных квитанциях. В связи с изменением законодательства в прошлом году нормативы потребления коммунальных услуг привели в соответствие с фактическими расходами. Специальная комиссия весь отопительный сезон прошлого года измеряла не только отопление, но и объемы потребления холодной и горячей воды, а также электроэнергии. В программе участвовало более 1000 домов. В результате мы получили нормативы, которые могут привести к увеличению платежа гражданина, если у него вообще ни один прибор учета не стоит, на 250 рублей в месяц. Стоимость холодной и горячей воды по нормативам возрастет больше, чем на 40%. Но для тех, у кого есть все приборы учета, суммарный размер платежа увеличится всего на 2,5 рубля. Ирина Богославская отметила, что новые нормативы будут все равно ниже, чем в Ленобласти и во многих других городах-миллионниках. По данным на сентябрь этого года, индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды оборудовано чуть больше 60% петербургских квартир.